Шалом, шалом, шалу шалом, Иерусалим. Шалом, шалом. Мир всем, шалом. Приветствую всех, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня мой день рождения, 14 мая. Сегодня мне исполнилось 49 лет. Огромное спасибо всем друзьям за поздравления. Сегодня уже ранним утром пришли уже сотни сообщений, тысячи поздравлений, потому что Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, разные социальные сети. Да, и там у меня тысячи друзей. Я очень Богу благодарен за всех вас, возлюбленные, за каждого из вас, за ваши поздравления, за ваши молитвы. И сегодня 14 мая. Для меня это, да, это мой день рождения, но сегодня такой подарок у меня есть. Самый большой. Нет, огромное спасибо всем за подарки ко дню рождения, но самый для меня большой подарок сегодня сделал сам Господь Бог Всемогущий. Ну, вообще, он меня осыпал подарками, вообще-то, с самого начала. Я родился 14 мая, как раз 14 мая, но я родился 69-го года, а если чуть раньше, в 48-м году, именно 14 мая возродилось наше еврейское государство. Израиль, наш Израиль возродился в 48-м году. Очень красивое совпадение, мне оно очень нравится оно. Хотя День независимости мы празднуем по еврейскому календарю, не по солнечному, а по библейскому исчислению в начале месяца Ияр, потому что 14 мая в 48-м году выпало на начало месяца Ияр. Вот, но в этом году для меня еще один сюрприз от Бога. Я очень Богу благодарен за этот подарок. И благодарен Богу, благодарен Дональду Трампу, благодарен Беньямину Нетаньяху, Биби, спасибо огромное всем, кто так или иначе в этом был задействован. Я их благословляю и благодарю. Пусть Господь благословит. Сегодня открытие посольства США в Израиле, в самом Иерусалиме, в столице Израиля. В конце прошлого года, наконец-таки, наконец, долгожданный был день, когда сверхдержава, будем так говорить, лидер цивилизации современной Соединенных Штатов Америки в лице Дональда Трампа и всех братьев, там, сестер, признали Иерусалим столицей еврейского государства, столицей Израиля. Событие было в конце прошлого года, 2017-го. Ну а сегодня открытие посольства США в Иерусалиме. И для меня это самый большой подарок от Бога, потому что я очень Богу благодарен за Израиль, очень Богу благодарен за Иерусалим. Кстати, вчера, так вот, выпало как раз конец месяца, начало месяца Ияр у нас, второго месяца в Библии называется вторым месяцем, этот месяц уже завершающийся сегодня, кстати, 29 число сегодня Ияра. Вторым месяцем, но мы по традиции называем еще его Ияром. Но это второй месяц, если считать от месяца нашего избавления, от Песаха, от Пасхи, от месяца Нисана, Авива, от месяца нашей свободы. Да, завершается сегодня второй месяц. И вот в начале второго месяца мы празднуем День независимости Израиля, а в конце, каждый раз 28 числа, вот вчера, который выпало на 13 в этом году мая, День Иерусалима. Вчера ликовали, радовались в Израиле, в Иерусалиме, конечно же, в первую очередь, и по всему лицу земли. Все евреи, неевреи, все, для кого Библия является действительно Божьим святым словом, а не просто книгой, а суперкнигой, действительно, по праву. Потому что Божье слово живо и действенно, и Божьи обетования, они исполняются. Даже если люди, большинству людей это кажется сказкой, большинству людей, даже если это кажется несбыточной мечтой, но в сердце не угаснет священный огонь.
будет стремиться всегда еврейская душа, будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. В сердце не угаснет священный огонь, будет стремиться еврейская душа, будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освещает путь, мы 2000 лет ее храним. Будем снова народом мы свободным на Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом мы свободным на Сионе, в Иерусалиме. 70 лет Израилю в этом году. Хотя День независимости мы уже отметили, но весь этот год в календаре нашей церкви, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом, который я являюсь, он посвящен как раз этому юбилею, 70-летию возрождения еврейского государства, 70-летию Израиля. Вот, и сейчас я вот здесь в парке молюсь за Израиль, за Иерусалим, и вот решил записать это видео в этой молитве. Видео благодарности Богу, благодарения Богу. У каждого из нас есть свои какие-то особые дни благодарения, восхваления Бога. Когда мы Богу, особенно Создателю нашему, благодарны, признательны. И вот день рождения для меня, вот 14 мая, вышеназванные тоже причины. Особенный день благодарения, особенный. 49 лет мне исполнилось. Но сегодня с утра я вспоминаю один день рождения, который вот очень сильно мне запомнился. Мое 13-летие, моя бар-мицва. Очень сильно мне это запомнилось и, наверное, на всю жизнь. По крайней мере, вот даже сейчас, вот 49 лет, но вот, переживания тогда, 13-летнего паренька, 14 мая, когда мне исполнилось 13 лет, они до сих пор греют душу. И, знаете ли, для меня это переживание всей моей жизни. Потому что перед тем, как мне исполнилось 13 лет, в 12,5 я заболел тяжело и умер от пневмонии двусторонней, воспаления легких. Врачи не смогли спасти, к сожалению, меня тогда, и я умер. Но Бог всемогущий, хвала Ему, Он обратил эту трагедию, печаль эту, в радость. Эту трагедию в победу. Спасибо, Господи, за все. И я, хотя родился в семье атеистической, о Боге совершенно ничего не знал, ни хорошего, ни плохого. В школе, правда, говорили пару раз там, но я этому не придавал даже значения никакого, что Бога нет. Будем так говорить. В компьютере моем, моего разума, моего сердца не было даже такой, даже пустой папки под названием Бог. Но перед ним я был, когда умер, перед Господом был. Я знаю, что такое выходить из тела, не понаслышке, что такое умирать, что такое воскреснуть, возвращаться снова в тело. Я этим делился много раз, и есть более подробные мои там воспоминания, и печатные, и, значит, и такие вот на видео. Пожалуйста, смотрите. Я с удовольствием делюсь, особенно последние эти годы. Раньше как-то, знаете ли, в силу каких-то, может, религиозных своих предрассудков, я этим мало делился. Но ныне я все более и более освобождаюсь от всякого рода религиозных комплексов и, знаете ли, фобий. Я этим все больше и больше делюсь, потому что этим самым прославляется Господь Бог Всемогущий. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему вся слава.
Барух Ашем, благословенное имя создателя нашего. И очень Богу благодарен. Так вот, когда я хочу сейчас в каком вот как бы формате вспомнить о том, что произошло. Дело в том, что когда мне исполнилось 13 лет, уже пережив смерть и воскрешение, переживание Бога, научившись молиться, я не знал слова молитва тогда, но я знал общаться как с Ним. Я знал, как с Ним общаться, с Создателем своим, и назвал Его своим папочкой, своим отцом. Этому всему научился я от Него. Очень Богу благодарен. Тогда, помню, я плакал. И вот в 13 лет, когда мне исполнилось 13, 14 мая тогда, 13-летним пареньком, сейчас 49, тогда 13 всего лишь, казалось бы, да. Я помню тот день рождения, я плакал. Я спрятался, чтобы никого не видеть. И никто, чтобы никто не видел мои слез. Это же как праздник. Но я плакал. Мне казалось, я так мало сделал. И мало всего. Потому что я понимал, что каждый день это дар Бога, что моя жизнь-то закончилась, что Он мне дал новый шанс, новой жизни, и что я перед Ним однажды предстану вновь. Мне казалось, день прошел, каждую минуту тогда я ценил. Сейчас как-то повзрослел, как-то притупилось много всего. Конечно, я больше знаю, конечно же, больше понимаю, казалось бы, умом, но тогда я больше понимал сердцем и плакал. Готов был плакать над каждой минутой, прошедшей моей жизни. И очень плакать, в смысле не слезы, как можно подумать, там, может быть, некоторые подумали, слезы горести, как бы сожаления, нет, слезы благоговения, слезы радости и слезы восторга перед Богом, которые, ну, не передать это восторг, это просто не передать. Это и радость, и страх, и все в одном. И любовь. Одним словом, любовь это, да. Вот если в библейском правильном смысле этого слова, это любовь. Это любовь. Она переполняла тогда мое сердце. Тогда еще маленькое сердце, подростка. Да. Сегодня мне 49. Я понимаю, что эти годы прошли. Много впереди, много пройдено. Уже больше 30 лет я являюсь церковнослужителем христианским, православным священнослужителем. Уже много сделано, но я понимаю, что это капля в море. В океане Божьей, даже не в море, даже в океане Божьей любви, Божьей милосердия. Сегодня воздаю славу Творцу, моему папочке, моему отцу. И благословляю всех вас, дорогие друзья. Я понимаю, что среди моих друзей, среди тех друзей по социальным сетям, очень много разных людей. Верующих, неверующих, по-всякому верующих. Христиан, иудеев, мусульман, атеистов. Много-много очень разных людей пишут мне. Разных религиозных, политических убеждений и прочее. Я ни в коем разе не хочу там вас там смущать, вашу теологию, ваши убеждения, там, идеологию вашу, но я просто хочу поделиться этой Божьей любовью. И не важно, даже если вы не верите в Него, вы не верите, может, в любовь, но эта любовь верит в вас. Он верит в вас. Любовь для меня — это мой отец, мой папочка, мой Бог. Он создатель мой. Я очень Богу благодарен. Он создатель всего этого мира, видимого, невидимого. И я верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. Спасибо Богу за все. Благословляю всех вас во имя Господне, священническим, святым нашим благословением еврейским. Благословляю во имя Господне. И пусть тот день, когда мы предстанем пред Ним, а каждый из нас предстанет пред Ним, пред любовью, пред нашим Создателем, пред нашей любовью, пред
Спасибо, Господи. Пусть он будет очень радостным и благословленным днем. И сегодня Богу благодарен я за небесный святой Иерусалим. Небесный святой. Как в той песне поется, мы в церкви ее часто пели одно время, когда я пасторствовал в Киеве. Там пели мы: под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. И в этом Иерусалиме нас ждет наш отец, наш папочка, любимый, самый красивый, самый добрый, самый замечательный, который так возлюбил мир, всех нас, что во Христе примирил с собой всех нас. Он примирился с нами через кровь Сына Своего, отдал свою жизнь, свою кровушку за нас. Как не любить Его? Спасибо Господу и благословляю вас священническим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения. Кроме любви, ни в чем нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Благодатью мы спасены. И это не от нас, это Божий дар. Любовь не ищет своего. Любовь прощает, любовь милует, любовь любит. Спасибо Господу за все. И, как говорится, паки-паки, благоставляю всех вас. Да, сегодня начался отсчет 50-го года моей жизни. Да, я становлюсь пятидесятником. 50-й год. Слава Богу за все. И это время благоставляю. И пусть каждый день нашей жизни, даже не то, что каждый день, каждый миг нашей жизни будет наполнен любовью. И действует каждый из нас любовью. Благоставляю всех вас Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Да, и благоставляю Иерусалим, благоставляю Израиль, благоставляю во имя Господне. Еверехеха Адонай ואישמרחה יהר אדוני פניו אליך ויחונך ישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום בשם ישוע המשיח ישוע משיחנו אמן. שלום Шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим,
Шалу шелом Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, шалу шелом Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Мир Иерусалиму. Мир всем любящим Господа. Мир всем евреям. Мир всем народам. Во имя Господне благословляю всех вас, братики, сестрички. Братья, сестры. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом. Шалу шелом Иерусалим.